7 барнаульских школ капитально отремонтируют в этом году. Одну из них посетил глава города Вячеслав Франк. Он отметил, средняя общеобразовательная школа номер 38 находится в Октябрьском районе. Его планируют застраивать. А эта школа у нас достаточно такая возрастная. В 70-м году ее ввели. Школа достаточно большая по своей нагрузке. 700 учеников ходит в эту школу. Здесь было отдано предпочтение все-таки ремонтным работам. Ну, что сюда входило? Это, по сути, обновили весь пищевой блок, актовый зал. Что важно, наверное, что порядка 10 миллионов ушло на новое оборудование, которое будет использоваться потом, ну, уже в учебном процессе. Вместе с главой города изменения оценили депутаты Барнаульской городской думы и родители учеников. Школа радует глаз, новые окна, большие проемы, что немаловажно для учеников, потому что это и зрение, и новое освещение, и она засияла действительно. Мы, конечно, ждали, когда же наша любимая школа преобразуется, приобретет, скажем так, свой новый внешний вид. Но мы не думали, что наш ремонт будет настолько, ремонт в нашей школе настолько колоссальным. Мы имели такую возможность выбирать цвет стен, заходить на сайт, да, выбирать цвет мебели. Добавлю, масштабные работы в образовательных учреждениях проводят по федеральной программе капитального ремонта школ.